Ежедневно Уренгойская городская сервисная компания выводит до 70 единиц спецтехники на расчистку центральных дорог и межквартальных проездов. Несмотря на снегопад, работы ведутся в штатном режиме, дополнительные силы не задействованы. Содержание городских улиц – одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. В местных пабликах новоуренгойцы ежедневно сетуют на плохо или вовсе не очищенные улицы и дворы. Ситуацию пояснил первый замглавы Нового Уренгоя. После праздников, к сожалению, конечно же, многое не удалось сделать в связи с тем, что многие городские территории были заняты, я сейчас говорю про дворовые территории, были заняты стоящим автотранспортом, который по разным причинам жители убрать, конечно же, не смогли. Все мы понимаем, но это внесло определенные коррективы. На сегодняшний день все службы, скажем так, максимально усилены и максимально заточены на устранение этих замечаний. Сейчас дорожники устраняют последствия снегопада на центральных дорогах и во дворах. Сегодня техника у ГСК работает на улице Молодежная, завтра чище станет проезд Кирейтова, через неделю расчистка начнется в микрорайонах Оптимистов и Восточный. Мария Бохо, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера».